Ненецкая телерадиовещательная компания запускает благотворительный марафон «Время добрых дел» в помощь 10-летней девочке Арины Бых из города Нарьян-Мара. Диагноз – врожденная венозная мальформация правой нижней конечности с рецидивирующим тромбозом. Ариша за свои годы пережила многое – боль, отчаяние, неспособность ходить. Но сейчас появилась надежда – два шага до мечты, возможность бегать, прыгать, танцевать. Арише предстоят еще две операции по устранению деформации ноги в Швейцарии. Подарите Арине возможность осуществить мечту. С 13 по 15 мая отправьте смс на номер 3443 с текстом «Арина 100», где 100 – сумма перевода, может быть от 10 до 15 тысяч рублей. Все собранные средства поступят на счет благотворительного фонда «Большие дела» для лечения Арины Бых.